На канале Tatetics ты можешь посмотреть реалии CSGO и Half-Life. Ошеломляющие хейтшотики, тактические маневры и реальная графика. Ссылка в описании. Обязательно подпишись. Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Римас, мы продолжаем прохождение Total War Warhammer. Ну что ж, друзья, Гримхолд, к сожалению, мы сейчас его прямо сейчас потеряем, так как все наши войска находятся в тылу у врага. А в нашем тылу, к сожалению, только вот в центре карты у нас есть несколько армий, готовящихся тоже на наступление, и я не знаю, что из этого получится. Но повоевать, мне кажется, все-таки не получится с ребятами. Мне кажется, даже нет смысла, друзья мои, разыгрывать бой. Так, кстати, у нас есть новая технология. Мы изучили с вами новую технологию. Хорошо. Боеприпасы для артиллерии. Содержание минус 5 для артиллерии. 6 ходов. Так, и здесь у нас еще есть восстановление. Минус 8% для рунных способностей армия героя. А ну-ка давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще. Руна приобретения. Защита ближе будет плюс 6. А усиление натиска плюс 5 поинтов. Сопротивление выстрелам плюс 10. О, вот это вот нормально. Так, наш герой. Я думаю, ему уже пора выдвигаться вперед. Мы его потом, как говорится, примкнем к новой армии. Правда, наша армия все-таки слишком далеко находится, да? Погнали. Смотрите, сейчас какая история, да? Забавная получается. Мы... Они сейчас заберут наши города, мы заберем их города. Да, здесь вообще нет шансов. Здесь нет шансов. Давайте разыграем автобой. Сейчас они уничтожат, по всей видимости, наше поселение. Нет, они нас ограбили и уходят дальше. Что-то странные ребятки какие-то. Что, опять нас взяли в осаду? Так. Поселение разорено, обида получена. Плюс 500 казна. Хорошо, я понял. Теперь наша очередь. Это как игра в шахматы, друзья мои. Но мы их разорять не будем. Мы их будем просто-напросто выносить и уничтожать их поселение. Разрушить. Превосходно. Так красивее получится, да? Так, здесь у нас, в принципе, хорошо все. Вот здесь у нас кое-какие проблемы. В этой крепости я вижу очень много подкреплений. Ребятки, вы восстановились? Все-таки карта, смотрите, вот вроде бы она маленькая, да, вот когда начинаешь воевать, ты узнаешь, что она действительно огромная. Черток гильдии построим здесь. Я думаю, они не посмеют крепость нашу попытаться забрать. Карла ранить, что ли, попробовать. Здесь у нас, в принципе, ясно все. Хотя, стоп. У нас же есть армия нормальная такая, да? Выдвигаем их тогда в эту сторону, в сторону Карла. Правда, у него здесь есть две армии. И эти армии у него тоже понесли кое-какие потери. Друзья, наша задача как можно быстрее нанести удар по их поселениям. Это очень важно. Так, включаем это дело. Давайте зададим ход, посмотрим, что из этого получится. Империя, империя. А, ну да, да, а что теперь? Подождите, это что у нас за... Ну да, здесь ничего не сделаешь. Они опять нас грабят. Не переживайте, друзья мои, сейчас будет битва нормально. Они опять грабят и уходят. Чуть непонятные какие-то ребятки. Смотрите, они отступают назад. Нам надо их агентам как-то задержать этого Карла, потому что Карл как-то быстро восстановил своих ребят. Разорение, налет. Какие у него здесь есть войска?
Пока встанем сюда. Отправим этих ребят поближе сюда. И тоже встанем лагерем. Будем потихонечку восстанавливаться. Здесь у нас очень много застрельщиков. Агента своего чуть-чуть отправим на север. Тихо. Заказное убийство, заказное убийство. Что, Карла попытаемся приостановить? Полная неудача, мы потеряли этого бойца. Так, хорошо, Карл идет нас, к нам с этой стороны. Мы, в принципе, можем его попытаться перехватить, друзья мои, прям в подземных битвах. Вот здесь вот прям попытаться. Я надеюсь, он меня тоже заберет. Так, это у этого какого? Ага. Борец с патрулями. Так, еще у нас кто? Что у нас тут есть? Требуется ремонт. Ну ладно, давайте отремонтируемся. Нам надо здесь собрать срочно армию новую. По любасу. Так, а в свою очередь стягиваем бойцов новых. Хотя, смотрите, вот эту армию можно, в принципе, стянуть вот сюда, вот на этот фланг, да? Правда, у нас уже столица будет открыта, и здесь у нас вообще ни одной армии нету, да? 8530 золотых, 3, вернее, золотых монет. Давайте тогда наймем еще одного полководца. Ну, вернее, лорда. Холерик. Размер ауры 15%. Дисциплина, здесь у нас стоимость строительства. Дисциплина, увечья. Так, дисциплина противника, этот регион. Минус 2. Давайте вот этого возьмем. Гномчик-то нормального-то, а? Вы посмотрите, какой жесткий-то, а? Резкий. Как удар серпом по яйцам. Так, мстители пока что не трогаем. Гномия воины тоже не будем пока что брать. А, сначала первые бойцы будут с этой стороны. Потом у нас будут бомбовоз, автожир. 3 штуки. Вот так вот. И забияки можно, в принципе, взять. Либо железные ящеры. Слушайте, вот эти вот торпедные довольно хорошие, да? Давайте их тоже проверим. Я надеюсь, у нас хватит денег на все это, чтобы содержать это все дело. Давайте сдадим хоть. Я надеюсь, нас здесь не перехватят. Империя нам предлагает мирный договор. Мы, конечно же, отказываем. Хотя мы можем принять, чтобы немного восстановиться, а потом уже им опять объявить войну. Но зато... Ага, они нас перехватывают, друзья. И это очень плохо. Мы можем, в принципе, попытаться отступить. Почему-то у нас показывают, что нам пипец полный. Это очень странно. Ну что ж. А что делать-то? Что делать-то, а? Мы не выставшие, интересно? Начало битвы невозможно. Нас перехватили. Получается, да? Мы точно не уставшие? Нет, нормально все. Ну что, давайте затащим тогда каточку. Погнали. Всем нам удачи. Походу я не затащу эту каточку. А у них, конечно, жесткие пушечки. Очень жесткие. Так, ладно, бойцы. Их конница, конечно, наш немного, наверное, подшатает. Автожир под номером 4 сделаем. Мстители.
Отправим чуть-чуть вот сюда, вот в эту сторону. Погнали. Погнали. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Получится ли у них это реализовать или нет. Автожир. По ком бы лучше побить-то, а? Серная кислота. Что у нас тут получается? А, у них есть бомбы. Они... У них паренебойные выстрелы, кстати. Борьба с крупными целями и доспехи. Ты ж твою мать! Вы посмотрите. Какая жара пошла-то. Они могут нас шатать здесь. Жесткие вот эти вот пушки у них. Ну что, давайте бомбанем, хрен с ним. Поехали, 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 поехали. Нас будут обстреливать, конечно же, я знаю. Ну а что теперь делать? Отлично, бомбушка пошла, бомбушка пошла, прекрасно. Мы проскакиваем это дело. Отходим сюда. И начинаем вшатывать вот этих вот бомжей. Давай, 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 давай. Вот тут, да, вот это пошел обстрел, пошел обстрел. Давайте, ребята, давайте, давайте, давайте. Ну, душу вашу мотал, быстрее. Так, отходим, 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 отходим. Нас жестко обстреливают с этой стороны. Так, стреляем. Отходим назад, отходим назад, отходим назад. Смотрите, мы их, в принципе, отвлекли, да, получается? Там их конница нас начинает обстреливать. Ну, вот эти вот серные, какие-то непонятные. Они что-то прям не так вот эффективно работают, если честно. Давайте, давайте, вшатываем, вшатываем, вшатываем. Двигаемся. Двигаемся. Здесь у нас уже пошла жара с этой стороны. Ладно, давайте назад. Давайте назад, давайте назад. Уходим, уходим, уходим. Это плохая идея. Так, обстреливаем, обстреливаем, обстреливаем. Заходим вперед. Ctrl A. Все бежать. Жара пошла. Вот это, конечно, конница хорошо так зашла по нам. Давайте стреляем, 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 работаем. Так, мстители заходят со фланга. Мстители заходят с этого фланга. Наша задача еще отправить сюда серную этих. И вшатать вот этих вот бомжей. Заходим, 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 заходим. Они должны, в принципе, быстренько сейчас пасть. Я надеюсь на это. Так, работаем. Работаем. Нас здесь окружили. Заходим на Карла. Давайте Карла еще попытаемся убить. Так, гирокоптеры у нас, ну, так жестко так попадают, да? Отлично, отлично, отлично. Первые убегают. Начинают убегать. Давайте отходим чуть-чуть в эту сторону. Мстители, по мстителям начинают херачить артиллерия. Мы, конечно же, продолжаем, продолжаем. Окружаем врагов с этой стороны. Заходим со фланга прям. И догоняем вот эту вот конницу своими мстителями. Я надеюсь, наши мстители смогут догнать все-таки врагов этих. Добиваем. Отлично, Карла, карлика, карлика, карлика забираем. Карлика забираем. Карлика осталось забрать, друзья. Это просто жесть. Это просто жесть. Если мы сейчас карлика убьем, то это будет просто гребаная жесть. Добиваем, 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 добиваем. Слушайте, ну вы хорошо стреляете. Давайте, давайте, ребятки, давайте. Работаем. Отличненько, отличненько. Хорош, хорош. Кстати, они очень сильно по дисциплине бьют-то. Так, карлика осталось забрать. Убить карлика по-быстрому. Так, мы уже тащим каточку. Пока что тащим. Правда, вот эта вот гребаная артиллерия по нам так нормально, отлично прям работает. Догнать. Догнать. Давайте, ребят, давайте, 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 давайте. Готовимся.
Вот по этой коннице. Это считается большая цель, да? Ну-ка, давайте посмотрим, как это вообще сработает. Отлично. Отлично. Ну, давайте, вертушки. Вы сможете. Мать вашу, вы что не стреляете? Стреляйте быстрее. Так, работаем по этим бомжам. Хорошо, продвигаемся вперед. Карла убили. Сейчас вот-вот у нас закончится. У них, вернее, у них будут уже все бежать. Так, заходим, 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 заходим. Догоняют? Да, прекрасно. Осталось теперь обратно вернуться, куда мы, откуда мы с вами начинали, и добить вот этих вот бомжей. Вот у них, конечно, фрагов они так нормально набили. Кстати, ну у нас пока поровну, мы можем, в принципе, еще проиграть эту битву. Наша пехота не может догнать это дело. Наша задача сейчас быстренько забрать хотя бы вот этих вот бомжей. И автожиром. Так, я не тех, походу, отправил, да? Так, это кто такой у нас? А, этот бомж этот, нам надо его догнать. Ну-ка, давайте, 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 давайте. Догоняем, догоняем его. Перехватываем пехоту вражескую. Отличненько, перехватили. И этого бомжа надо догнать срочно, срочно. Так, давайте, давайте, ребята, работаем. Хорош. Так, у нас уже кое-какие войска бегут, к сожалению. Мы не можем догнать этих конных застрельщиков. Они меня просто убивают. Они меня бесят, ребята. Они меня просто бесят. Так, отступаем. Это кто такой у нас? Это пехота ближе к бою. Они нас умудрились перехватить. Фух. Нормальная такая битва. Нормальная битва. Все, бегите, мать вашу, бегите. Кто тут нас обстреливает? Опа, карлик вернулся. Вот посмотрите, карлик вернулся. Так, у нас минус один автожир, к сожалению. Ну, давайте, ближний бой, пошли. Так, все, вражеский лорд ранен. Это прекрасно. Это прекрасно. Это просто превосходно. Сейчас осталось вот этого чувака убить, и все будет чики-поки. Давайте убить его. Этого говноеда надо убить тоже, это их агент. Слушайте, ну мстители довольно быстро бегают, смотрите. Ай, походу, не успеете его догнать, да? Не успели. Сукин сын убежал. Ладно. Первая победа. Мы затащили, в принципе, эту катку. Нас было 1377, их было 1299. Их войска довольно хорошие. Войска Карла, друзья. Мы разбили его войска. Это хорошо. Правда, нам теперь надо смываться отсюда. Так что, так как у них есть еще армия вторая, где-то рядом с нами находится. Да. И они как раз к нам и попытаются подойти. Нам надо сваливать срочно. Домой, домой, домой. Так, очередной налет. Спутник приобретения. Ну что у нас тут? Бойцов тогда восстанавливаем пока что в лагере. Да уж. Все жестче и жестче получается, да? Кстати, ну мы карлика можем добить сейчас, да? Вот эту вот вторую армию. Смотрите. Хотя если мы ее сейчас добьем, их, вот этот стак, нас догонит. Поэтому лучше всего нам отойти назад. Все, отходим назад тогда. Пусть они нас догоняют. И
Так, это наша армия уже потихонечку восстановилась. Пора нам выдвигаться вперед. Проблемы? Большие проблемы не у нас, а у империи. Так, давайте посмотрим, какие у нас здесь постройки доступны, которые мы можем, в принципе, построить. Здесь у нас есть чертог гильдии красильщиков. Угу. Прекрасно. Ворота ставим. Вы посмотрите, сколько тут можно построить-то, а? Строй, как говорится, не хочу. Это просто прекрасно. Амбарчик поставим еще там. Черные горы. Нам надо колонизировать все остальные пустые земли тоже обязательно. Так, здесь, я так понимаю, лучше всего нам нанять пока что лорда еще одного, очередного. Ну, давайте, ладно, этого наймем. У него размер ауры довольно хорошая. А, мстители пока что начнем нанимать. 4 хода. Надеюсь, они смогут оборониться. Все, сдаем ход, посмотрим, что из этого получится. 29 914 золотых монет у нас на счету. Это хорошо, это радует. Да, как я и говорил, они будут нас преследовать. Теперь, ладно, оставим. А, они идут на помощь к своим. Сейчас, по всей видимости, будет большая битва, друзья. Сейчас все силы соберутся прям туда. Так, обнаружена засада. Битва мстителя. Клятва мстителям. Стоимость навыка минус 15% для мстителей. Это хорошо, в течение 3 ходов как раз мы с вами и нанимаем этих бойцов. Так, мы можем, в принципе, знаете, что сделать, друзья? Перехватить этих бомжей. Где наш агент? А, у нас агент, мы же просрали своего агента. Че, вот так вот тогда своих поставим сюда? А этих бойцов... Нет, давайте лучше тогда чуть-чуть сюда продвинемся. Поближе, тактически. А этих бойцов отправим прямо вот сюда к ним, поближе тоже. На всякий случай, вдруг вражеское подкрепление попытается нас перехватить, а у нас зато будет еще свое подкрепление. Гениальная идея, да, друзья? Так, хорошо, мы уже восстановились. Поехали. Пока их подкрепление не пришло. Угу. Продолжит осаду. Ой, кто-то сейчас крепость потеряет, да, Вась? Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесткая будет битва, жесткая битва будет. Опа, вы посмотрите, урон огнем. Змея вечного пламени, да? Указан на отряд. Ну давайте вот этим бойцам тогда скинем эту змею. Руна замедления. Указан на отряд. А, все руны... А, подождите, да. Надо каждую руну по отдельности каждому отряду кидать, да? Хорошо, убираем тогда эту руну. Вот сюда вот. Мне кажется, я зря начал осаду. Зря я, походу, начал осаду, потому что у них... У них уже идет подкрепление. У нас здесь еще 2 стака стоит, да? Мы могли бы, конечно же... Да они нам ничего не сделают. Хотя посмотрим. Посмотрим. Давайте задним ход посмотрим, что из этого получится. У нас там, кстати, еще новая армия нанимается у нас в тылу. Ага, вражеский агент что-то пытается сделать. Эти ребятки продвигаются вперед. Они мимо нас проходят. Интересное мышление у них. Я думал, они пойдут на защиту своих бойцов. А не тут-то было. У них, по всей видимости, другое мышление. Возможно, они пошли колонизировать, либо еще
Я не знаю, куда они пошли. Что-то странно ведут себя они. Очень странно, господа, очень странно. 10 вражеских героев, неудача, изменение ветров магии. Ну да, вот началось теперь. Теперь у нас началось. Хорошо. Я думаю... Мы победим. Мы победим. Я надеюсь на это. Сейчас просто пару ходов отпустим. Посмотрим, может быть, этот гнусный враг нас попытается обойти с этой стороны, а? У нас вообще здесь глаз нету. Нам надо отправить еще пару агентов туда, в эту сторону. Ну, в принципе, здесь мы уже наняли нормальных бойцов. Уже есть так, на всякий случай, в тылу, если кто-то нас пытается прорвать наш тыл. Я надеюсь, им, конечно, не удастся это сделать. Все вроде нормально. Ну что ж, друзья, это была очередная серия Total War Warhammer. С вами был Римас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. До скорых встреч.